друзья, всем привет! 6 апреля, Нью-Йорк, и буквально через полчаса на этой сцене мы начинаем программу «Смешнее, еще смешнее» с участием Михаила Галустяна и Александра Ревы. Ну, это очень хороший концерт, sold out, все продано, получайте удовольствие. Они такие классные, особенно Рева. Что ожидаете от концерта? Хорошего настроения. Тур проходит хорошо, публика любит. Рева или Галустян? Рева. Конечно, Рева. Кто смешнее, Рева или Галустян? Оба по-своему смешные. Рева. Наверное, Галустян. Галустян! 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 Почему? Открывай правду! Очень смешной! Какой смешной! Замечательный мужчина! Рева, Галустян, оба! Мне муж сказал, без фотографий не возвращайся. Посмеемся от души. Смеяться хотим. Галустян, конечно, наш человек. Рев Болорин. Ждем шуток. Надеюсь, будут новые. Мы любим Реву. Я вообще очень большая поклонница Галустяна. Я с детства на него смотрю по телевизору. И я очень хочу увидеть живую. За Мишу. Потому что муж Миша. Кому эти цветы? Конечно, Реве. Мы пришли на юмористов, популярных в России. Надеемся получить удовольствие, отдохнуть, повеселиться, улыбнуться. И уйти с хорошим настроением. И спасибо за шикарный концерт, который будет. Для кого же эти цветы? Угадайте. На кого пришли? На Реву с Галустяном. На Реву с Галустяном. Крутые все, вообще классно. Очень ждали. Приезжайте почаще к нам, пожалуйста. Ничего не вышло, звезды больше не блестят. Вероника, чика-чика-чика-чика, ты смелая клубника. Чика-чика-чика-чика, и без тебя мне ника. Чика-чика-чика-чика, верни-верни, Вероника. Зацепила меня, ослепила меня, до порога довела, а любви не дала. Зацепила меня, до порога довела, любви не дала, зацепила меня. Давно хотела попасть на этот концерт. Спасибо им за возможность фото с ними. Импровизация просто восторг. Я танцевала, у меня еще и видео, и в Инстаграм, Ютуб, Фейсбук. Было так круто вообще. Получили колоссальное удовольствие. Очень понравилось, куча эмоций. Вот даже есть фотография. Рева! Шикарные просто эмоции, вау! Очень счастливы, очень счастливы. Очень смешные.